Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Shadow Warrior. И, короче, мы уже у нас какой-то с вами станции. Что такое? А что происходит? Что музыка такая? Как будто я не знаю, сейчас у меня жопа будет. Воу! А? Она что, просто исчезла? Да не просто, слушай. Теперь это какие-то самураи, которые могут и в спину насадить довольно хорошо. Ой, там сердце упало. Как я туда залетел? Вообще не понимаю. Сердце забрать. Больше тут ничего нет. Сейчас пойдем в эту решетку. В смысле, я не понял. Окей. F5-ка. Ой-ой-ой. Почти забыл стоять. Ага. Так, сколько мне нужно? 1900. Магия. Так, это мы все выучили. Дурная волна, защита. Но лечение, блин, мы прокачали. Давайте тогда защиту вкачивать. Так, хорошо. Способность. Такой бац. Такой покрутили, и такой. Бам! Хотел по-крутому сделать. Куда он исчез? Что это за фигня? Нет! Божечки, сколько вас? Что с моей защитой? Сначала убью этого. Ох ты ж, ё-моё. Бац. Ну блин, он тоже как и те, типа. Ты
типа я по нему вообще типа урона не наношу, считай. Такое. А говорят, что на селе ничего не решишь. Ребят, вы видите, я типа уже все юзаю довольно хорошо, но они все равно довольно сильные противники. Но это хорошо, что я еще ХП прокачал. Если бы у меня ХП было не прокачано, это была бы вообще жопа. Кажется, твой бонус нравится быть высокий. Так, высоту спрятан, я не знаю. Ну, типа он визионорный? Скорее визионорный сволочь. Ты броня для демона захватчика сделал? Так что ты заткнись. Так, и куда мне идти? Типа... Три пути. Четыре даже. Четыре. Начнем с левой стороны, да? На одну меньше. Так, что у нас там по карме? А, навыки. Кровожадными те, кто вкусил энергию, ки-то становится кровожаднее. Похищение души, длительность. Что тут, восстановление, да, будем прокачивать. Так, нам сюда. Значит, мне сюда. Тут три печати. Я не выстю, равно сюда вернусь. Так, найдем тайник. Плюс деньги. Хорошо, один. Ага. Вы хотели крови? Да, отсюда тоже идут. Все? Довольно быстро. Так. На обратном круге. Прути, приду. Ну, как же тут запутаться легко. Так, ну мне получается сюда, да? Ну точно не сюда, на уличку. Ах ты ж, ё-моё. Сейчас они понапрыгают. Скорее всего, сейчас и летающие будут. Давай. Я буду в основном только взрывные юзать. Против них только взрывные. Так, здесь у нас печать, хорошо. Так, сюда я сейчас вернусь. Ага, остается, получается, последнее. Да мне бы еще энергии вкачивать. Ага.
Ты еще самое уродливое, что я видел. Все? Да, все. Так, так. Тайник найден. Но все равно не вы прокачай все. Anyway, anyway. Сохранялка. Большая арена снова же. Так, что у нас по дробовику? Ай-яй-яй. Because your nails. I need his number. Нельзя, чтобы он начинал призывать. Не-не-не-не-не. Teleport out of this. О, боже мой. Иисус, какая смерть. Блин, ну, подать ярость. Такой себе. Тихо. Все? Все. Пипец, мы все равно, хотя на какой мы сложности играем, им нужно много всего. Типа и взрывчатку уже юзы, и все, и все. А им все равно. А им все равно. Так что здесь у нас ничего, ничего. Ну, в основном мы меч используем, поэтому. Да. Поэтому ничего не знаю. Дерьмо! Дерьмо сейчас получится. Я тебе говорила, пока эти твари вокруг, это бесполезно. Пожалуйста, дорогая, мы не можем просто сидеть и ждать, пока... О, кто это? Мистер Зилла, у нас здесь уже 2 дня прошло, дорогая, думаю, придется продолжать. Он не сказал тебе, откуда я взялся создание любовь. Давай подумай, как выбраться отсюда, затем сможем... Это Кикогами, ближайшие убийцы. Любишь? Я думал, что ты их... Это любовник. А со мной сложно. Алло, дамы? Алло, кто там? Это Лаван. Лэн, не совсем Джим, но я бы поднял лампу. Что происходит? Мы так рады тебя видеть, даже без шуток. Про банан в кармане... Куда прийти? К доке. Вообще-то, под доками. Поспешим. Они здесь по-любому для того, чтобы найти другой час меча. Надо же, я бы подумал, что они здесь ищут запасы чая и кексиков. Да-да, кексики. Ля, а чё вы слышите такие ПКшки? ПКшки такие. Ты лучше всех, пусть этой их расстроить, тебе это нужно не остановить. Так, все. Так что у вас за отношения с Кикогами?
отношений, я с ними вообще не знаком. У них своя репутация, у меня своя. Так ты никогда не... Ты понял. Я еще не сошел с ума, и все сейчас тело мне нужно. Спасибо. Так, ладно, я думаю, фонарик лучше выключить. И поехали наверх. Так, деньги, мне нужно 2000, там еще... Это второй этаж, да? А, нет. Хотя... Зона довольно такая объемная. Я застрял. Так, хил, хорошо. Ладно. Ну, походу, порты там ниже или вот... Хотя, блин, где печатаем порты, кому? Так, подзагрузка, это плохо. Значит, что-то будет меня ожидать впереди. Вежливость заразна, как и гонорея. Ну, давай, это подним... Мы что, под... А, корабль? Ах ты ж, ём, вон где она уж. Вау. Слушайте, а как мне к вам попасть? Да, слышите, так неудобно мне к вам идти. О, вот так нормально. Умри, демон. Так, а вот это вот плохо, нужно немного уйти. Поехали. Вот перезарядка. И так сойдет. Так, кармический приз. Привет. О, я вообще про тебя уже забыл. Так, броня. Инь-янь. Эти. Что здесь у нас? Здесь у нас пропасть. Это очередной портик. Ну, в принципе, можно и сходить. Нет, 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 нет. Бом. Бом. Бом, бом, бом. Дефес, они громадные, видите, их все-таки толпой посылают на меня. Все-таки их посылают толпой на меня. Хорошо, что я сохранился. Пойдем. Души убитых, ну блин, там убитых больше здоровья, но шанс какой у них выпадение. Душевный голод. Если ничего не подобрал. Так, кораблик.
готово. А, тут закрыто. Показалось, что уже демоны появляются. Хотя они могут появиться на обратном пути. Довольно запросто. Я там что, не открыл ящик? Странно. Не похоже на меня. А, я их просто не увидел за коробками. А, все, изи. Уровень пройден. Как-то быстро. 4 этих не нашел. Да ладно, в принципе, как-то все равно. Как-то, в принципе, все равно. Потому что мы уже прокачали все, что я хотел. Ну, если, конечно, не считать за Аки. Аки мы еще не пропустили. Баланс является ключом к победе. Чем больше темных заклинаний и комбо вы используете, тем сильнее становится ярость ваших врагов. Ага, прикольно. Нажмите Tab, чтобы узнать текущее задание, узнать, сколько имеется денег, темных кристаллов и очков кармы. Так, ну это получается низ, да, у нас? Нижняя часть. Там. Глава 9. Ты мне больше нравишься, когда был трупом, а тупым и очаровательным. Печенька. Время — это иллюзия. В обеденных перерывах двое иллюзорные. Да что с ними не так? А, они... Я вас понял, ребят. Так, это у нас уже какая-то пошла хим, это... Это было неожиданно. Да, не сказал бы, что не неожиданно. Этот бор под оттоком, нужно отключить его, чтобы пройти. Ну, давай я вот это сделаю сейчас. Не знаю, был там кто-то или нет, не важно. Сердце аж пойдет только на демонов, да, действует? Так, давайте я немного сейчас быстро зайду в этот оружие. Так. Двойные патроны, да, я сказал сразу. Качаем. Что здесь делает полиция? Последовала виновная. Все полицейские отсюда до охранных на содержание. Может быть, он задержал. Слишком много бочек, которые могут взорваться. Вон он. Извините, господин Лиан, вы могли бы еще помедленнее? Нам так нравится медленно умирать от жажды. Съешь таблетки. Я в доке. Видишь монтировку? Что еще за мантикура? Это чудовище с телом льва и головой человека, зубами акулы и хвостом скорпиона. И что она тут? А также назвала корабля. Танкера, если быть точнее. Я много кораблей видел, но танкеров нет. Наверное, он на другой стороне дока. Кто бы сомневался. Он старается как может, милая. Этого я боюсь. Дорогая, найди док номер, и мы внизу. Мне нравятся эти стили сексуальности, так исправлю, мне нужно так же поговорить. Тебе придется поработать над этим. Ну-ка. F5. А, все. А, давай добавь постели к этому предсказанию, чтобы сделать его супер сексуальным в постели.
Там к судну прикреплен кран, мне нужно убрать это с дороги. Так, не знаю, а тогда давайте ниже. Вау. Ладно, на всякий случай сразу наперед. А, то есть мне так не пройти. Ну, кто-то, вижу, пытался уже. Так, здесь ничего. Ладно, пойдем наверх. Бочка не нравится, мне очень не нравится. Ладно. Так, свет погашен. Что мне это дает? Ну, свет погашен, и... Я думал, типа, корабль отключишь. Ладненько, наверное, что-то открылось. Будем думать. Бля, он еще живой был. Я не понимаю, что должно было отключиться или открыться. Типа музыка играет, окей. Да, плохо здесь, конечно, сделали, не закрыли. Воздух этот все равно проходит. Ладно. Прекрасно. Нужно было, знаете, в толку собрать, и... А я сейчас это и сделаю. Типа они превращаются, но... И что? Это оно мне должно помешать зайти просто сюда и отстреливать их отсюда. Да, не пуляй через эти. Сколько вас? Манать. Какой дождь напоминает мне женщине из пятой группы. Той, которую они отравили? Ну да, фиг знает. Подожди, я тут хил видел, мне важно сейчас хил. И что, хилку использовал? Да ладно. Ох, еще есть одна. А, точно, я электричество выключал от решетки. Это что такое?
Ох, не хочется мне это трогать. Что-то динамита много. Не, для спида, если играть, короче, спидраны проходить на по этой игре, то обязательно нужно прокачивать. Мне кажется, гиганты должны быть. Ну куда же без них? Да. Да. Так, нужно теперь отхилиться. Зачем я сюда шел? А для чего я сюда серьезно шел? Где контейнеры? По решетке она не режется ведь. Я что-то не вижу. Алло, я что-то не замечаю? Ну, я ж не могу лазить. А-а-а. Пульт управления. Возвращаться назад будет кошмарно. Эй, ребят, а вы куда, ребят? Ребята. Ладно, короче, я так думаю, давайте, наверное... Он ко мне летит? Да ладно, я хотел уже закончить. Ладно, отобьем эту волну. Отобьем эту волну и закончим. Wait! Ни хрена их тут. Ё-моё. Да, без щита здесь было бы жарко. Ладно, короче, давайте, я думаю, на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. О, как он перезарядился.